Просто покажу на пару секунд. Это элитная школа граффити, элитной школы. Это граффити элитной школы. Самая элитная школа этого города. Но это еще не все. Сейчас я вам быстренько покажу. На хорошую камеру, только темно. Ну вот, или это... Не знаю, что это. Но это к элитной школе относится. Вот элитная школа. Зато камера наблюдения есть. Вот элитная школа. Сейчас там самое интересное. Похоже на фильм... Похоже на фильм 28 дней спустя. То местечко. Вот смотрите, элитная школа. Самая элитная школа здесь. Это без сарказма. Это, по-моему, какая, как она называется, забыл. 91-я, что ли. Смотрите, самая элитная школа города. Они так горды. Вон камеры наблюдения. Смотрите, там не видно, но там, в общем, куча мусора, похоже, как будто там зомби. Ну и если бы я днем снимал. Вот элитная школа. Там тоже интересные рисунки. Ну, то есть естественные рисунки, образующиеся временем. Вот, вот тротуар элитной школы. Вон проклятый двор. Я все равно там пройду. Папа сейчас. Да, сейчас не знаю. Наверное, ничего хорошего сейчас не будет. А нет, там никто не сидит. Хорошо, что никого нет тут. Просто спокойно пройду. Никто не докопается. Со мной никто не разговаривает, в реальности здесь. Мне не с кем разговаривать. А лучше и не разговаривать, когда я пытался разговаривать. У меня украли картину в рамке багетной мастерской, один из них. Еще оскорблял один, а я шутками отвечал на его оскорбление. А вон четкие парни идут, сейчас заберут у меня фотик. Я ничего не смогу сделать. Они это мужики какие-то 40-летние, только они одеты как 20-летние или 15-летние, что на 90-х. Алкомарки ты повсюду. И все это не имеет значения, когда я умру. Какая разница, кто меня избил там, какой национальности он был, цыганской, какой, какие менты меня избили. Один из них, я скажу так, мент, который избивал, ну, меня фенотипически похож на карикатуру, вот прям вылитый, карикатуру, где якобы советские солдаты насилуют белокурую немецкую девушку в захваченном Берлине. Вот тот, который там улыбается так ехидно, и у него такой еще низкий лоб. Вот фенотипически вот этот вот мент прям очень вылито похож. Прям как будто с него срисовывали. Просто фенотипически. И не то, что выражение лица, а просто и поза, а просто вот как будто... С него срисовывали вот фенотип этого человека, Homo sapiens. Это так, какая разница уже.
сильная грусть. Что-то до сих пор не завершается, не вырубается. Ох, какая сильная грусть. Она, точнее, не сильная, она просто, знаешь, такая, она даже в голове ощущается. Где-то внутри, в затылочной области, или где, не знаю,